Это ваш новый адвокат. Знакомьтесь. Вспомните и расскажите мне все, что происходило в тот самый день. И я подошла к нему и спросила, зачем он пьет, на что он начал сразу кричать и обвинять меня в том, что я бесплодная. Я попыталась забрать у него бутылку, но в этот момент он встал и ударил меня. Да лучше бы он меня убил. Я не могу так больше жить, я устала. Послушайте, вы скоро выйдете отсюда. Все это останется позади. Я вам обещаю.